Всем привет! В этом видео вы узнаете об очередной победе нашей любимой игры, за которую мы тоже получим подарочки, а также об анонсах новых персонажей Альхайтама и Яо-Яо. Всем приятного просмотра! Сегодня утром разработчики наконец анонсировали Альхайтама и Яо-Яо, хотя анонсы должны были состояться еще 5 декабря, но у Хуеверс немного сдвинулись планы. Видимо, теперь уже все в порядке. Первый анонсированный персонаж и, видимо, пятизвездочный – секретарь Академии Сумеру Альхайтам. И вторая анонсированная малышка – Яо-Яо, которую мы ждали еще с прошлого праздника морских фонарей. А еще у нас в Телеграме проходит масштабный новогодний конкурс на 100 призовых мест. Общие награды сейчас показаны, а шанс победы достаточно высок. Кроме анонсов, сегодня ночью Геншин одержал очередную победу на TGA 2022 в номинации «Выбор игроков». Поздравим же нашу любимую игру. И в знак благодарности игроки снова получат на почту 800 примагемов в сумме. Раздача примагемов начнется 10 декабря и продлится по 13. То есть каждый день нам будут высылать по 200 гемов, как это было с наградами PlayStation. А для получения этой награды ранг приключений должен как минимум равняться 7. Напишите в комментариях, кто из анонсированных персонажей вам понравился и почему. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!